15 февраля на холме Боевой Славы прошел митинг в честь памятной даты вывода советских войск из Афганистана. В этом году отмечается 29-я годовщина. Долгие 10 лет на афганской земле, выполняя свой интернациональный долг и защищая безопасность южных границ Родины, стойко сражались более сотни молодых ребят из Хасавюрта, которые с честью выдержали это серьезное испытание. Участие в памятном мероприятии приняли глава города Зайнудин Акмазов, ветераны-афганцы, представители администрации, общественные и политические деятели, а также молодежь города. Первым всех собравшихся поприветствовал глава города Зайнудин Акмазов. На всем пространстве бывшего Советского Союза сегодня отмечают день вывода советских войск из Афганистана. Это действие было не принято ни в один день, ни в один месяц. Это готовилось за несколько лет, потому что это нужно было сделать, нужно было дать афганцам самим возможность защищать свою страну, управлять своей страной. В городе Хасавюрте проживают многие, которые принимали участие и в период вывода войск, и до этого в афганских событиях. Они выполняли приказ Родины честно, добросовестно, мужественно. Мы хотим пожелать им всем доброго здоровья, ясного неба и мира. Вывод советских войск из Афганистана был осуществлен 15 февраля 1989 года. За 10 лет афганской войны в боевых действиях приняли участие свыше 600 тысяч военнослужащих, около 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР. Государственным наградам были представлены более 200 тысяч человек, в том числе 11 тысяч посмертно. Далее перед собравшимися выступил председатель Совета ветеранов Министерства внутренних дел, народный герой Дагестана Зайбудин Омаров. В своей речи отметил, что долг перед Родиной всегда для солдат был превыше всего. Всего во все времена. Пусть станет символом для примера, для подрастающего поколения. Это героические ребята, вот великие отечественные войны, стоят рядом с нами, которые, значит, по приказу Родины пошли, стойко, значит, защитили честь и достоинство нашей Родины, великой Родины. И сегодня бросают оружием некоторые люди. И сегодня хотят бросить вызов нашему государству. Но когда такие орлы, такие мужественные люди, патриоты у нас в Российской Федерации, в нашем государстве, это бесполезное, значит, затея. В Хасавюрте во многих учреждениях, организациях и учебных заведениях проводятся встречи с приглашением участников афганских событий. Руководство города всегда уделяло внимание воинам-интернационалистам, членам их семей. От лица молодежи Хасавюрта в адрес воинов-афганцев выступил ученик школы номер 2 Александр Бабкин. Мы гордимся теми, кто пал на жестоких сражениях, и воинами Афганистана, которые вернулись к мирной жизни и сделали очень много полезного для нашего края. Мира вам, спокойствия и благополучия. Представители администрации города выразили благодарность семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Республике Афганистан, а также умерших в послевоенные годы. Организаторы выразили признательность членам общественной организации «Совет воинов-интернационалистов», активно участвующих в патриотическом воспитании молодого поколения, сохранении памяти об афганской войне и подвиге советских солдат. Завершилось памятное мероприятие возложением венков и цветов у вечного огня. Бика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».